Недурно развлек публику своим появлением на фронтах путинской войны давний специалист по мужикам и печально известный депутат Милонов. Любую музыку слушайте, знаете. Фашист! Он всем объявил, что будет воевать под позывным «Густав», и тут же уехал обратно. Шанс мужчинам доказать, что они мужчины, для любого мужчины доказать, что ты мужчина, что ты русский мужик, то если ты мужчина... Впрочем, недоброжелателям он всегда готов прислать и более веский пруф, подтверждающий патриотизм и мужественность. И почему другие так не веселятся? Загадка. По итогу мы оказались на передке. Нас заранее ввели в заблуждение. Не было никакого вида подготовки. Народ в диком ужасе просто находится по нынешний момент, потому что мы не знаем, какая наша основная задача. На данный момент основная задача – выжить.